I am flesh and I am bone. Rise up, ting ting, like glitter and gold. I got fire in my soul. Rise up, ting ting, like glitter. Да, 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 да. Здесь есть и снайперские прицелы, и коллиматоры есть. Что это? А почему нету? Вот на Wasteland, на всякие походы охотничьи оружия их нельзя надевать, нет? Да, да, тут, тут только этот на определенный тип. Естественно, это провал вообще. Блин, ну ты пипец далеко, да? Слушай, у тебя еда есть? Мне хавка нужна. У меня еще есть это БА-70 ружье, какое 223-м раундсами стреляет, походу. Есть три патрона 7,62 на 51. У меня тоже есть три патрона. 9 миллиметров есть на 19 патронов. В целом у меня дофига магазина. Я понабирал там сколько. МП-55 нашел. Какие они будут? 9 миллиметров? 10, да, по-моему? Я не знаю вообще, что это такое. Я первый раз такую вижу штуку. Ну, МП-5. Ну да. МП-5-ка. У меня, по-моему, есть. Слушай, тут, конечно, такие кусты в этой игре. Я, в общем, минут 15 ночью сидел. Выяснилось то, что в моих же кустах там еще 3 человека. Прикольно. Я просто медленно... Ты спрашивал, как по стелсу передвигаться? Ага. Это, в общем, просто приседом, короче, без шифта. И все, по-другому никак, да? Да, да, по-другому никак. И я вот так вот там просто перебирался и прям в упор натыкался на чуваков. Просто голову им раздавал по выстрелу. Забавно все. Ходили. Опа. У меня кого-то ебашит. У меня война тут. По ребятке стреляются. Ну я бегу к тебе через здание. Слышу чувака, это как он там тут. А, вижу тебя. Все. Развернись назад на палатке. Назад, назад. Еще. Он прям надо мной. Ага. Я взад тебя. Покуха. Толик, отступай сюда. Ко мне назад. Отходи. Это я. Куда ты, куда ты? Давай за забор сюда. Так, какие пули на твой автомат вот этот? Я, по-моему... Нет. Давай зайдем сейчас в здание. Первый этаж. Второй этаж. Все, я вверх контролю. У меня пули 10 миллиметров. Так, у меня, по-моему, есть. Да, 9 штук есть. Скидываю. Давай. Да? Да, блять, да, подходит отлично. Слушай, блять, а что лучше, дробаш или вот эта пушка? Ну, да. В упор, я думаю, дробаш типа лучше будет. Ну, хотя там тоже автомат. Все, контроль низ, я тут. Тут подвигает. Иду у тебя там сверху. Мне кажется, у тебя снизу. Готов. Хорош, хорош. Он меня ударил. Я бандажируюсь. Прям выходим, как Давай, вот сюда ко мне, на меня. За горой уйдем.
Да не, можно было бы подождать этих за лучше забрать. Ну, мы сейчас на Вудхэвен выйдем. Подожди, прикинь, это кто-то отстроил, нихуя себе. Да. Ну, забор нет. Забор тут типа ограждено было, парк. А так, да, вот эта база чья-то. Ты на территорию залез, что ли? Да, ты нет. Не, я вдоль забора бегу. Нам все равно туда за нее надо. Я уверен, что там есть. Вон она, смотри, хер. Там чувак бегает. Пошли вольнем. Думаешь, сможем? Конечно. Тихо-тихо, наверное, остался. От елки заходи. Он вниз спрыгнул. Может, не один. Я под елку. Давай, он строит, слышишь? Там справа, он на территории еще у себя. Остался главный. Да я иду, иду, очень медленно иду. Прикрываю, у меня левая, а я у тебя прям. Я осматриваю так. Плохо вижу. Так, я в упор почти подошел, в кустах сел. Да, он строит там, строит что-то. Может, дверь открыта где-нибудь? Не, 100%. Ты что, в такой базе и дверь открыта? Навряд ли. Это, блядь, уровень нуб. Вижу, вижу. Поднимается. А, вижу, вижу, вижу. Щелкнуть его. Подожди, рано. Он мог увидеть. А мы его убьем, он пустой толк. Тебя увидишь, бей, конечно. Давай, спускайся, сука, у тебя закончились стройматериалы, сударь. Срочно тебе надо. Ну, а с другой стороны, мы его убьем, что, мы его залутать-то не залутаем. Мне кажется, мы выглядим с тобой сейчас как дебилы. Я уже в наглую стою тут почти. Можешь крикнуть ему что? Спускается. Прыгнул. Все, надо проверять, слышать, что-то такое. Он оружие. Валим. Уходим, как шли. Слышишь меня? Давай, отходи до леса. Сзади. Ага. Упал он, нет? Не-не-не, мне сначала спускаться. Это опасная тема, мать его. Так, что, надо, значит, зайти где-то водички прихапать. Отпиться. И что, большой город? Ну да. Блять, ну там в большом городе там... Давай убьем. А, он все уходит. Нагоним? Да вот он бежит. Тихо, у него ружье. Он из... Ага, все, да, упал. Вижу его. Так, а чё, дождище начался? Твою мать. Слушай, ну у меня один патрон остался. Ну, у тебя еще МП-5. С 9 патронов. О, у него пиздатая тема есть. Чё? Это... Фонтан. Пошли. Слушай, дробовичок-то где-то он уже надыбал, да? Вудхэвен прямо. Ты идешь? Нихера себе, тут, конечно, погодка. Тропический.
Да, я тебе говорю, я тут когда-то играл, я ураган тут видел. Смерч, короче, крутит, все летает вообще жестко. Очень красиво выглядит. Не исключено даже то, что, блядь, сейчас где-нибудь можно наткнуться на такую погодку. Слушай, мы можем не на мост, а дальше на палатке. Пойдем дальше на палатке. Где-то. Ага, вот сюда уходим. Не на мост, а дальше по дороге. Ну, это да. Так, все внимательно. Маленький топорик лежит, не нужен. Вот тут кусты внимательно. Я на палатку, вышку. Давай, ты эту, я следующую. Масло какая-то херня, канистра. Нет ничего. Тут куртка только. Только куртка. А, вот еще пистолет. Так, прикрой. Кто-то едет. Где? Звук был, как будто кто-то пройдет. Да не. Все, валим. Быстро валим. Слушай, ветер, да, завывает? Тут звуки хорошие. Но не стрельбы. Звуки дождя, грома, вот это ветра, да, очень крутые. Стрельба оставляет желать лучше. Да хер его знает. Ну да. Так. Блять. А. Нет, 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 я еще не дошел. Ты что, так быстро лутаешься? Я не вижу. Ебать, оно прям на меня идет. Я не вижу. У базы. Бля, меня что-то коцнуло, слышишь? Это торнадо, походу. Вон, вон оно, смотри, прям. Ого, смерчуга. Охереть. Валим, короче, валим, слышишь? Вот на вышку прямо. Охереть, смерч в натуре. Нет, вот прямо. Вон он, смотри, крутит. Он по реке идет, да? Охрененно. Вот это четко, да? За это 5 баллов. Дождь, гроза, ураган, торнадо, блядь. Вон он крутит, видишь его? Охренеть. Так, а
Они всегда горят здесь. Точно? Да. Смотри, смотри, какой он там, смотри, как он пылит там. Охренеть. Он еще и убить может, слышь? Вот база чья-то. Маленькая палаточка стоит. Да, да, да. Ну там типа гаража, я так понял, у него для машины. Так, смотри, олень бежит справа. Угу. Смотри, к городу подходим, и дождь заканчивается. Это хорошо. С одной стороны и херово, с другой стороны. Пойдем в полицейку забежим. Одно из самых опасных мест. Вот на этих парапетах есть чуваки. Ну, частенько ползают. Тут вон в канализацию есть спуск. Так, ружье наготове. Пошли по кругу. Смотри внимательно, с дождя можно пропустить вот 22 раунд. Есть. 22? Да. Ну, магазин. Ой, это у меня похоже. Да у меня тоже пистолет такой есть. Так, перчатки возьму. Дальше. Кто-то разговаривает? Ты слышишь? Да, да, я слышу. Но это могут вообще чат. Не, мне кажется, под нами. Никакого френдли. Убегает, вон он. Пошли за ним, пошли за ним. Прыгнул сюда. Не вижу его. Вон, где берет. Ага. Ушел? Вот он впереди. Это ты? Это я. Все, давай назад. Так. Погоди. А где это большое здание? Вот туда оно. Вот туда нам. То крыло города. Давай это правей. Впереди чувак. За ним. Ты стрелял? Бля, ну ты рано. Да он даже не понял, наверное. Просто так хорошо по прямой. Вот он в здание зашел, я за ним. Эй, эй, смотри. Я не попал. За ним иду.
У него, походу, патронов нет. Есть, есть, у него патроны. Красавчик, я пустой. Да не. Где это? О, дом с само... это... Давай-ка в этот дом. Надо найти вход. Вот она, красная дверь. Там самолет. Что там выходит? Ну, подлутаем, да? Идем на самый верх. Ты бегом бежишь, что ли? Нет. Ну, я тебя нагоняю. Ты был тут, лутался хоть раз? Стреляли, да? Мама, это гроза. А мне показалось, выстрел. Блин, ну ты топаешь. Оружие на взвод поставь, прицелься. Ну, топаешь как слон. Вроде никого. Так, вот тут вот на этих пассажирских местах может быть лут. Да убери ты этот фонарь, ты чё? Палево. Странно, но нет нихуя. Палатки на крышах стоят. Так, пойдем назад. Тут... О! 233 патроны. А сколько их я взял? Один, блядь. Лежит целая куча. Ебать, тут находить по одному патрону, это, конечно, сильно. Пошли на крышу, зайдем еще. Ты сейчас оружие поменял, да? Нет. Вот сейчас я. Так, чувак. Меня убил. Нихера себе.